На этой неделе 123 года исполнилось одному из ведущих предприятий Верхневолжья. Свой день рождения отметил Тверской вагоностроительный завод. Со знаменательной датой сотрудников завода поздравил советник президента России Владимир Васильев. Политик присутствовал на открытии импровизированного памятника платформе, построенной на Калининском вагонзаводе в 1935 году, а также посетил товарищескую встречу по футболу среди сотрудников предприятия. Сегодня Тверской вагоностроительный завод – флагман машиностроительной отрасли Верхневолжья. Высокая квалификация тверских вагоностроителей и техническая оснащенность производства позволяют предприятию выполнять любые заказы по созданию новых образцов подвижного состава для железных дорог и выходить с ними на российские и зарубежные рынки. К своему 123-летию предприятие подошло, что называется, в хорошей форме. Здесь обеспечен портфель заказов, что позволяет гарантировать стабильное развитие. Не могу с гордостью сказать, что завод обеспечен работой 2025 года. Осваиваем очень много видов продукции. То есть ранее делали серийную продукцию, сегодня мы делаем больше 50 наименований вагонов. Это очень интересная работа, это достаточно серьезная нагрузка нашего завода. В канун дня рождения к заводчанам обратился советник президента России Владимир Васильев. Политик напомнил собравшимся о том, что в настоящее время идет формирование народной программы партии «Единая Россия». Поучаствовать в этом может каждый. Около 2 миллионов предложений поступили вот на вчерашний день для обработки. И там большие программы. Это строительство крупных центров, газификация наших, значит, сельских поселений и городов, где этого нет. Создание новых магистралей, новые технические прорывы в целом ряде направлений, в которых страна себя показала, и нужно идти дальше, конкурировать. Так же, как ваш завод конкурирует, так и страна конкурирует. Буквально вот только что были армии, наверное, обратили внимание на многие страны. В первые дни на 500 миллиардов заключили сразу договора. То есть спросом пользуется продукция военного ВПК. И ваша тоже, что очень приятно. Также в ходе визита на предприятие Владимир Васильев посетил товарищеский матч по футболу среди сотрудников вагонзавода. Выступив с приветственным словом, он пожелал участникам соревнований только победы. С праздником! Удачи всем участникам сегодняшнего матча, ну и зрителям самых добрых чувств. Победы всем! Спасибо! Номер 17. Абдуллаев Аслан Айдынович.